школе лицея номер один для одаренных детей в новом учебном году произошли изменения. Отныне в образовательное учреждение не будут принимать первоклассников. В дальнейшем здесь будет переход в старшее звено, то есть в первый лицей. Детей будут принимать с 5 класса. Специализирован для одаренных классов, в основном лучше с пятого класса, потому что определить одаренность в начальной школе, конечно, сложно и вызывает много сомнений, вопросов. Чтобы этого не было, решили, будет это с 5 класса, как опыт многих других школ. Блин, инновации не 7 класса начинают, мы будем с 5. Желающий получать обучение в учреждении для одаренных детей лицея номер один должен будет прийти сюда после окончания начальной школы, записаться на конкурс, успешно пройдя который, будет зачислен в лицей. Мы в этом году просто дополнили наши 2 класса, практически, наверное, по 3-4 человека они пошли в те классы, которые на базе нашей школы были. В этом году впервые конкурс 5 класса проводил Дарын. Он приехал со своими тестами, была полностью прозрачность, была полностью чистота. И по результатам тестирования, которое проведел Дарын, был зачислен в 5 классы. К новому учебному году готовы, да? Да, очень, мы готовы, мы ждем, мы будем соблюдать все меры предосторожности. Я думаю, что этот год будет спокойным, безопасным. Сегодня 1 сентября, это замечательный день, это день знаний. Я от всей души поздравляю с этим праздником. Ребята, я вам желаю настойчивости в учебе. Я желаю, чтобы новые знания помогали вам по жизни. Хочу, чтобы учеба приносила вам удовольствие.